стою, не могу никуда. На свечку, Слава. Да оставь себе, на. В очко себе оставь. Ух ты, ё. А закрой дверь. Можешь, я не могу. Открой дверь, чтобы начать, закрой дверь. Ну закрывайся дверь, ё. Алло, старуха. Старуха. Что там, она? На старуху бывает, проруха. Это же не старуха. Здорово, мать. Молодуха, получается. Найди мою маму. Ёк-макарёк, уже жути нагоняете. Так-то, блядь, вот эта игра в натуре страшная. Так, чё, свет надо включить, да? Не, нахуй, я выключу. Алло, алло, дверь откройте. Слава, ты знал, что ты негр? Я негр? Ты негр, Слава. Тупая блонда. Ты негр, а у тебя, короче, на футболке нарисован Олег с рогами. Олег, говорю, олень с рогами. Слышь? Че? Пошел нахуй, рыжий. Сам пошел туда. Пойдем, пойду. О, нихуя себе там, ебанутая бабка. Блин, я не видел. Я черный, иди сюда. Ты сейчас заумничаешься, бабка выйдет и нагнет нас. А ты, блядь, веником нахуй, да? Ну да, я веником ее просто по щам сразу мочу. О, ты свет-то вруби, слышишь? Он выключился, я включился, да похуй. Ну в смысле, ну включи свет-то, ё-мо. Вот тебе свет, нахуй. Да, Слава, ну у меня-то фонарика нету, свет руби. Ну включи сам свет, заебал. Ну у меня метелка в руках. Выброси веник. В смысле, пусть будет. Шоу, нахуй. Хотя... Ну, судя по всему, мы как раз таки живем. Есть что? Нахуй ты метлу взял, долбоёб, блядь, ведьма ебаная. Я буду отбиваться. О, подожди, тут лужа была. Где выход? Это первый этаж. Слышишь? На лужу. О, видал? Смотри. Ага. Что происходит, что за дичь? Че? Кто дышит там так ебано? Следуй за водой. А, ну вот, видишь, я сразу понял, что нужно за водой следовать. Ух ты, ё! А ты там один остался, братуха. Негр тебя не спасет. Эй, бабка! Ты чё, бабуля, отстань. Чё, у тебя бабка-то? Помоги мне, отойди. А чё как-то... Это... Чё... Почему ты без меня сюда зашёл? Работающий, если нужно, то забирай. Забираю, пошли. В меня не целься, долбоёб. Опа-на! Блядь, иди на! Фу, блядь, чё это было? Ребята, обосрался. О, Слава, слышь, на вторую кнопку не прицеливается, короче, персонаж, а в себя, короче, целит. Можно ликвидироваться, да? Да. Вперёд, у тебя пистолет. В смысле? Так я же ничего не вижу впереди. А я тебе посвечу. Не в смысле? Так если я буду впереди идти, я не... ты будешь, я буду свет перекрывать. Свет горит, ты заебал. Вот ты секунду. Да иди, лор. Свети давай. Все. Что ты за секунду такой? Пошел нахуй. Я что-то даже не вкурил эту бабку нахрен. Опа. Погоди, они голодные, они прозрачные. А, ну это вот этот вот козел, да? Я их пугаю, а пули могут убить, так. Погнали. Здорово, козел, что ты? О, вот оно. Хрена игра фризит, когда я стреляю. Ё-моё, надо графику, короче, снизить, походу. То это капец какой-то. Чё случилось? У меня все черное. Ну, я дверь открыл. Она же сказала, иди забирай эту мерзость. И чё происходит? Значит? Ну, мы, наверное, пошли забирать эту мерзость. Это мерзость. А, нихуя. Ну, привет, мамочка. Здорово, бабуля. Я буду, нахуй. А я не хочу, можно я выйду? А, нельзя ничего сделать. Лысая, блядь. Чё ты делаешь, ебанутая?
Что за старый флекс? Он задохнуться пытается. А мы вроде пошли забирать девку, а не бабки идти в ванну. Да, топить ее нахуй. По-любому привок. Кнопка там справа, камень светился. Ух ты, ё. Ты видел, кто-то появился на секунду? Да, слева там какая-то хуйня. Ну, я не успел обосраться. И чё? Опа-на. А я ничего не вижу, кто там? А, девочка, девка опять. Она почти до меня добралась. Мне так пришлось. Хорошо, что старая мама помогла. Хотя зачем она это делала? Пока нихуя не понятно. Но ведь ты поможешь мне выздороветь и снова стать сильной. По-моему, эта девочка опаснее. Это здесь. Как не кстати. Почему мне не дают просто побыть с мамой? Уйди! Замолчи! Пусть перестанет! А, это ремонт. Эй, родной, у меня пистолет вообще-то. А, ему похуй. Не, мне просто не дали пострелять. О! Ремонт. Вечный ремонт. И днем, и ночью, и непонятно где. Он всюду. Внутри. Но его можно задеть. Ищи. По звуку. По грязи. Просверли. Просверли двери. А чё как сверлить? Ну я вон сверлю, блядь. Куда стреляешь, бабы? В смысле, он появился перед тобой? Где? Ты чего, даже не заметил? Нет. Да, Слава. С тобой только в хорроры играет, да? Слышь, чья бы, блядь? Просто этот скример сейчас для тебя был приготовлен. Ты его просто на него забил. Ну а чё, в смысле, дрель-то все? Сломалась? Так, ох, лорд, зажигал. Собака, напугал. Лорд, зажигалка нужна, чтобы сжечь все его объявления. А я где-то кинул здесь зажигалку. Вот дебил, блин. Да пошел Слава в жопу. Где-то я ее здесь выбросил. Ты пропадаешь. Вот она. Где? А, понял, вот эти инструменты в аренду, что ли? Есть контакт? Да. Норм, чувак, слушай. Где? Ты где вообще? Нихуя ебать. Ну рисунок, блять, охуенный. Божественно, я его на превью поставлю. Мне-то без фонарика ничего не видно. Дали один фонарик ему и все дело чухуш. И метло нельзя вести ему вообще. Зачем дали метлу? Какой-то урод забил мусоропровод. Нихуя, как он быстро открылся. Ты что, голову не видел сейчас? Нет. Он в мусоропроводе. В мусоропроводе сейчас голова была. А, ну вот она быстро открылась, но у меня башки не было. Блять, какая-то хуйня неинтересная. Батарейка. Всех. Батарейка. Хорошо, ты хуйню эту прикуривалку не взял. Ну, такая хорошая картина была. Надо не телевизор. Ох ты, ёб, блин! Тебя ёбнули? Да. Тебя сосут. А, я тебя спас. Теперь у тебя фонарик, сука. Ты дольше еще думал, Слава. Ты себя не застрели полудурками. Ну, тю-тю, дай попробую. Да иди ты в сраку. Заново опять начни. Ты дурак! Печально играю, что при каждой смерти у меня зависать будет с концами? Два раза умер, и она, блядь, по новой заходит, нахуй. Говорю, Слава, ты говоришь, можно не валить, а я говорю, можно завалить. Я говорю, как в анекдоте. Подходит молодой офицер к поручику Ржевскому и спрашивает у него: поручик Ржевский, вы имеете такой успех у женщин? Расскажите секрет, как вы добились этого? Отвечает поручик. Подходите к даме и спрашиваете: дама, а можно вам впиндюрить? Офицер ему говорит: ну так, поручик, так можно же и пощечину получить. Можно. А можно и впиндюрить. Погоди-ка.
Какой-то музяк пошел. А, погоди. Ёпты мать, понял. Проверь дверь после стука в дверь. Ну-ка. Ох ты, ё. Мультики мама, показывают. Спускайся. Давай посмотрим вместе. Так, мама, ты, наверное. Что за хуйня, блядь? Ненавижу. Нам нужно разобраться с ним. Видимо, ему того раза не хватило. Блять, пизда. У меня тут какая-то хуйня. Ну привет. Хотел поговорить. У тебя проблемы. Знаешь, что случилось со мной? Ну еще поймешь. Она покажет. Похвастается. Хочу извиниться. Но мне придется тебя убить. Такова цена свободы. Жаль, что мы по разные стороны. И не тебе их выбирать. Бестолочеваны. Иди нахуй! Я тоже это дура хавать. Убирайся прочь! Уходи туда, откуда возникла, иначе я убью твою маму! Подождем твою маму, подождем. Да все правильно мы делаем, вон очередной этаж без света. Четвертый. А! Блять, ебаный рот, блять. Молниеносные рефлексы, Слава. Ух ты, ё. Это что сейчас было? Стучались, по-моему. Да хуя. Нашел, слышь, сундук. Да? Да. И батарейки. Где появились? Я рядом с тобой появился. Семь, ноль, четыре, семь. Че, в смысле? Ну сейчас я веду. Все. Внутри. Погнали, нахуй. Так, и че? А че делать надо? Проследите двери, наверное, в которые ведут провода из рук девочки. Че ты заебал? Не, ну создатель, конечно, этой игры что-то там накрутил во время вот этой вот всех этих спецэффектов с электричеством играл, агала вообще. Ну, наверное, вот эту дверь нужно зайти. Ну да, я угадал. Опа. Да, угадал. Сейчас затемнело. А затемнело. Ну и что? Что это? Опять черный квадрат. Я не знаю, насчет квадрата. Лока Парентевича. Слыхал анекдот. Какой? Мужик, короче, к психологу приходит, короче, говорит. Сука, каждую ночь черт приходит во сне и зовет Сать. Ага. Ну и, короче, он обосывается в постель. Ну, психолог ему говорит, короче, ты попробуй сказать черту, чтобы он нафиг пошел. Мужик, ну ладно, типа попробую. Все, короче, вечер спать ложится нахуй. Все, засыпает к нему, с ней черт приходит. Че, говорит, пойдем посым. Мужик, не-не, говорит, не пойдем. Ну, черт ему говорит, пойдем посрем.